Всем привет, с вами Нинель. Вчера мы ездили на пати моего коллектива, а сегодня мы едем в горы, в тот дом, где мы раньше жили. У ребеночка, который сейчас проживает там со своими родителями, годовщина, ему исполнился годик. Его зовут Габен. Это французская семья, я вам рассказывала. Они снимают этот дом. Мы едем к ним в гости с поздравлениями. Нас пригласили. Будет такая вечеринка. Не знаю, кто там будет. Может быть, соседи Тома и Пэм, которые жили недалеко от нас. Потому что сейчас они дружат, так же, как мы дружили. Вот. И купили мы. Хотели с годовщиной такую же звезду, но не было. Только на витрине для мальчика. Ну вот, что-то подобное. Нам надули бесплатно. Happy birthday. И вот видите, здесь вешают, не знаю, как у нас в России, вешают утяжелители такие, прищепки, чтобы к потолку не улетал этот мяч. Ой, мяч, шар. А если снять, то повиснет к потолку. Ну, в общем, по желанию, кто как хочет. Потом мы купили открыточку. Я ее подписала. Такая прикольная открыточка. С зайчиком. Убегайчиком. Ой, как она тут открывается. Уже и забыла, только что подписывала. Здесь слова напечатаны, и я написала: поздравляем с первой годовщиной, расти умным, здоровым мальчиком. Вот. Джей хотел что-нибудь из одежды купить. Я говорю, нафига ему вот эта из одежды, да, наверное, всего навалом. Лучше развивающий. Я больше склоняюсь к развивающим играм. Это написано от 6 месяцев до 3 лет. Мне понравилось на музыкальное. У нас тоже сейчас вот этой ерунды. Вот. Больше, поменьше звук. В смысле, потише, погромче. Ой, куда показываю? It's the green maracas. Говорят, это зеленые марокканы. Это фиолетовый барабан, наверное. Не знаю, что они сказали. Так, это что? It's the yellow cymbal. Здесь вот что-то покрутить надо. Боже, коробка. И там еще внутри что-то. И мы положили вот такой чек. Джей сказал на кассе, что это подарок. И для того, чтобы вдруг у них такая машина уже есть, чтобы вернуть, дается такой подарочный чек. Можно будет вернуть. Здесь цена не указана. Но если они вернут, то узнают цену. Ну ладно. Зато есть возможность вернуть без проблем. Вот, на всякий случай. Такая вот услуга. Забыла показать вот такую шапочку имениннику. И Джей берет вину Инфинду. Дороги горные. Ой, маманя. Когда еще вот с этой стороны гора, я еще не боюсь. Но когда с моей стороны обрыв, очень страшно. Несколько раз было так, что вот так едешь. На дороге медведи сидят. С моей стороны будет обрыв. А внизу там, ой, город. Ой, мой дом одних соседей. Какие красные там ягоды на кактусах. То, наверное, вообще 2 минуты было. 2 минуты бы было. Я ни разу не видела вот это. Год здесь прожили, чтобы вот такие были яблоки на кактусах. Нифига себе. Олень прям выбежал. Маленький олененок.
через дорогу и туда вниз побежал копытками своими. О, Господи. Это начинаются владения наших соседей больших, вот Том и Пэм. Я рассказывала, она стюардесса, ей уже далеко за 60, но она все равно еще стюардессит. Это вот у них куча машин, тут бассейн и дом классный. Все это их владение. Здесь уже начинаются... Вон шарик повесили. Обосновательный знак. Дорога, по которой я все время гуляла с Микки и Кейлой. Ой, солнце, наверное, светит. Очень хорошо сегодня даунтаун, центр Лос-Анджелеса виден, высотки. So many people. Такого не было, это какие-то вот животные сюда позалазили. Ой, нет, что-то. Хорошо, что мы здесь не живем. So many friends. Хозяйка подарила девочкам соседским подарки тоже. Классно. Ой, это скамеечка голубого цвета была. Они ее покрасили. Клево. Здесь вот медведи тоже были. Я гоняла мамашу с сыном или с дочей. Гамачок. Мне стакан подписали с водой, чтобы не перепутать. Вот они счастливы прямо живут здесь. Я не знаю, но здесь вот даже ребенка нельзя выпустить одного погулять, когда он подрастет. Только за ручку под присмотром. И с вот этой пуголкой. Так, сейчас сниму Лос-Анджелес. Вот он. Не знаю, до скольки мы здесь будем. Хотелось бы, конечно, вечернюю съемку сделать. Как здесь все в огнях. Ну, еще соседи едут. Гости. Что такое? Седой такой. Ой, это моя вода. Куда же ты плюешь, ё-моё? Куда ты плюешь на мою воду? Куда ты плюешь, красивая собака такая? Ты с шелтера взяли? Буся такая. Вот такие лапы здоровые. Вот такие попей водички. Oh really? Oh, yeah, I need to like get some. It's solid. Yes. I ain't trying yet. Come on. 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 Come Ой, такой голубой глазик. We're gonna miss her for sure. What do you have for me? Oh, for you? Did you catch it? Yeah, go in the freezer. Oh, you know what? I'll take it afterwards. It's a joke. It's a joke. Okay. I'm sorry. So. Some toasted bread. Mm-hmm. Oh, there's one. I think you're going to put the cheese in there. Good. Scoop me up? Yeah, sure. Thank you. Are you going to have it like that? Oh, yeah. I'm going to put some other stuff on. Oh, yeah. Okay. Get it off the grill. Tell me, you want cheese? No. Oh. No, thank you. Okay. Crazy. Oh, the champignon. Yeah, this one I'll take it. This one I'll take it. Lettuce, maybe rocket. Mustard? No, no, oh, that's lettuce. Ah, lettuce. But what kind? Aguila. It's good lettuce. Really good. Here's mustard. Mm-hmm. Mustard. Well, what ketchup? The women are. That's quite all right. We're monopolizing the. We are. We're taking this whole thing over. What am I gonna? Where did you get the plates from? Oh, I see they're under there. Okay, that's fine.
way? You want mustard or ketchup? Oh, I don't know. What do I want? This one, what is it? Onions. Ah, just onions. Yeah, grilled onions. Oui. To the right kind. Yum, of huh? Yes, I don't really know. Eating well. Yeah. He likes it all. I like Brussels. Almost. So I was there. It's a feel. Is your boss still alive? You had this. We now have to go to the yolk and have to go out. Why don't we say your little brother? Is he gone? Maybe. We never went to a movie. Open the door for Please. Oh, so many toys. Wow. So many toys. Tu veux manger, Loulou? Были кусты и трава, и лежала гремучая змея. Микасик побежал, ее чмокнул, а она его чмокнула. Это вот гранатовое дерево. Какие гранаты? А это... Ой! О, Господи! Тут на пальме сидел. Сейчас Миджи признался, что он видел во дворе, когда мы здесь жили, скунса. Представляете? Сейчас только признался. А это или лимоны, я уже что-то не помню, или апельсин, или гибрид какой-то. Слушайте... Все француженки вот эти, которые здесь, какие-то сисечки маленькие, худенькие все. Ни маникюры, ни педикюры, только у нашей француженки только педикюрчик. Ой, кто-то там ходит в кустах. Или мне показалось. А, да, ходит. Вот. Вот вам и француженки. Курят. The whole thing. No, that's all it. Why'd you give him such a little piece? Если вы терпели воду. No, thank you. Oh, I'm driving. Oh, okay. Right. Шампанское. Yeah, it's really cool. And I love like. Это пили кто-то воду. Мы не пили. It's a really fun loop to do, like wrapping around and coming back from the We left from LA. So Lucy's folks are do a lot of hiking as well. So she's from France. Ah. Yeah. Видите, как красиво здесь. Вот вид тоже. Вообще пипец.
бассейн и вид на Лос-Анджелес. Тут наши соседи, 500 метров от нас жили. Hello, you should be. Так вот, купаешься и вот такой видос. Вид. Класс. Спа. Nice view. Собачку маленькую помню. А постарше собачку, представляете, укусила змея, и у нее что-то там заворот кишок начался, даже не спасли. Свиньки. Лапку змея укусили. Ты мой сладкий. Do you remember me? Do you remember? Do you remember? Это у них такая дорожка вниз туда к дому. Но это у них уже третий или какой. Один у них за горами. Дом один на пляже. И один здесь в городе. Why? Тут все благородненько. Чинно благородно. I'm sorry. No problem. Ой, ой. Come on, Max. Ой. Max, be careful. Ой. Be careful. Be careful. Come on. Тут у них есть такая площадка со столиками и зонтиками. Патио наверху. Ай! 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 Хочет играть. Мама не и боюсь. У них дом такой. Как у них тут классно тоже видно. Ой! Куча столов. Ну ладно, дом уже не буду показывать.